Ну що, шановні, як і обіцяв, ми повернулися до нашого ранкового ефіру і продовжимо спілкуватися з нашими новими гостями. Так, у мене таке враження, що сьогодні за півтори години ми навчимося танцювати три танці, тим самом поставивши усі абсолютно, побивши усі абсолютно рекорди. Я з тобою повністю згоден. Ну, як два танці є, третій танець. Тож ми вже познайомилися трошечки із нашими гостями, але все ж таки не можу не представити ще раз. Це керівники школи танцю Ілія Шкраптак, Олена Лісничі та Юрій Шкраптак. Доброго ранку. А сьогодні ми з вами, ви вже танцювали сальсу, але говорити будемо ми з вами про танго, яке також викладається у вас у школі. Тож, давайте трошечки про історію взагалі цього танця. Історія, як завжди, танця починається з музики. І перші мелодії, які вважаються мелодіями танго, з'явилися ще в 1914 році. Тобто, дуже давно. Так, вже 100 років. До речі. Да, кстати, вот, кстати. Майже так. И, как всегда, вот такие танцы, которые называются социальными, они не придумываются одним человеком. Они рождаются из синтеза разных танцев. И проследить вот конкретно, вот этот человек придумал этот элемент, этот а кто-то еще, такого в танго нет. Истории как таковой, собственно говоря, нет. Есть масса легенд об этом танце. Но, тем не менее, танец развивался достаточно бурно, со многими сложностями, трудностями, и длительное время считался танцем, так сказать, портовых районов Буэнос-Айреса и Монтевидео. Можно запитать, почему самых портовых? Потому что это было такое средоточие всяких питейных заведений. Ну, тому и боялась. Да, и люди, которые там проводили время, это были всякие всякого рода матросы, портовые рабочие и так далее. Но в какой-то период произошел как бы такой перелом, то есть изначально Аргентина, которая в то время очень бурно развивалась экономически, она была ориентирована на Европу, она была ориентирована на Францию. И танец танго пытались запретить, потому что считался он вульгарным, его нельзя было танцевать в приличных салонах. И Папа Римский решил лично убедиться, насколько этот танец неприличный, и пригласил пару, которая должна была станцевать танго, показать, что это за танец. Но это были не аргентинцы, это была пара, как ни странно, румынская. Ага. Вот. Потому что тогда уже танец проник в Европу. Там такой же танцевали. Да, танец уже проник в Европу. Они показали этот танец. Папа не нашел ничего такого предосудительного в этом танце. И благословил. И танец начали танцевать в салонах во Франции. Аргентинские, так сказать, аргентинское высшее общество, увидев то, что он танцуется в салонах во Франции, перенесло в салоны свои, в Аргентину. И уже танец тогда просто приобрел бешеную популярность, и как сейчас диджеи в клубах играют там сеты по 45 минут, вот тогда были вот такие сеты живых оркестров, которые играли в клубе. Играл оркестр сет, переезжал в другой клуб, играл сет, переезжал в третий, и они так вот циркулировали по всем клубам города, а в этих клубах люди танцевали, развлекались. Угу. Ну і в мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся танцями, як ви прийшли до цього? Ну, я займаюся реально соціальними танцями. Как бы танцую я всю жизнь, да? Ну так, просто танцую. Потому что это позитив, настроение, движение, это важно. Ну, и, естественно, наверное, не случайно я когда-то встретилась с Юрой в небезызвестном всеми нами любимом нашем городе латино-клубе, который начинал и сальса, и танго в нашем городе в свое время какое-то. И я попала туда на какой-то конкурс, не какой-то, а конкурс «Сальса со звездами». И в 2007 году мы с Юрой встретились. Вот, собственно говоря, ну, не профессионально. Да, и с этого все началось. Юра заразил меня своей любовью к танцам и показал мне. Я, в общем-то, целиком и полностью ученица, являюсь ученицей Юры. И, а потом это все начало развиваться с 2007 года. Сначала мы просто танцевали, потом мы поняли, что у нас неплохо получается танцевать вдвоем.
вдвоем. Потом мы открыли школу, и в результате даже не думала и не гадала, что вот на сегодняшний день мы профессиональная школа, в которой мы уже профессиональные тренеры, и тренируем, и танцуем. И я вам скажу, что я очень счастлива, что в моей жизни случилось вот это событие, хотя это случилось не в юном возрасте, но и тем не менее я должна сказать, что если бы оно не случилось, его бы надо было придумать, потому что танцы и вот все, что вошло в мою жизнь с танцами, поменяло всю мою жизнь, и мою, и моей семьи, и в самую лучшую благословенную сторону. Может, танцы меняют життя людей, життя людей, да, будь кого. Я не побоюсь этого слова, сегодня такой знаменательный день танца, я хочу сказать, призвать всех, люди, танцуйте, ищите любой вид танца, который вам нравится, любой, то ли это хип-хоп, то ли это буги-вуги, то ли сальса, то ли аргентинская танго. Идите, не сидите дома, идите, танцуйте, это невероятный позитив. Танго и сальса, конечно, это супер позитив. Да. Но... А якщо повернутися до нашої теми, до теми танго, у мене запитання з приводу того, що вважається, що це досить такий інтимний танець, і танцювати його треба лише один для одного. І виникає питання у людей, а чи можна не з партнером по життю танцевать и быть партнером по танцу? Ну, у нас был преподаватель одно время. Она сама родом из Италии, вот, но у нее есть аргентинские корни. И вот она говорила, она замужем, у нее есть ребенок. Она говорила, я выхожу на сцену танцевать со своим партнером, я вот эти 3 минуты, которые длится мелодия, я в него влюблена. Ага, тобто закохуватися треба щоразу. Не можна, а необходимо. В этом смысл. Более того, бояться не надо этого. Все с точностью да наоборот. Если в каких-то семьях супружеские пары сомневаются, а то можно ли, чтобы танцевала только жена или только муж? Я говорю, не сомневайтесь. Обратный вариант. У танцующего человека, когда он выходит на пати или танцевать, он перетанцует со всеми, и уже мысли о чем-то серьезном дальше уходят. Все заканчивается здесь, за 3 минуты танца. По-моему, это прекрасно. А домой человек приходит уже настроен позитивно, классно, кайфово. Вот мы сейчас, у нас сейчас на сентябрь месяц тоже намечается проект, вот такой некий, еще нет без названия, мы делаем, наша школа делает такой, ну, как бы дом танца, да, куда могут прийти люди, которые не танцуют профессионально, а быть членом клуба, смотреть, а просто хотят впустить танец свою жизнь. И там будут все виды танца, там будут субботу, воскресенье, постоянные вечеринки, там будет тусовка, где можно посмотреть что-то, обменяться мнениями, музыкой, все остальное, посмотреть танцы, сальса, меренги, бачата, реггетон, афро, румба, аргентинская танго, женская стилистика, мужская стилистика, детская ритмика. Ну, в общем, у нас будет очень много всего. Все, так что угодно. В центре города, прекрасный зал, обращайтесь, всегда будем рады. Добре. Ще одне питання з приводу танго. Чи є певні канони у одягу для того, щоб танцювати танго? Чи все ж таки, якщо це соціальний танець, то можна навіть у джинсах? Ну, почни, я продовжу. Ну, різниця в культурі накладає і різницю в те, як люди одягаються на танго-вечеринку. Тобто Європа, Америка, немножко свої взгляди. Аргентина более консервативна, но как бы основным в принципе является обувь. Да, то есть обувь, она определяет шаг, определяет технику, вот, она создает удобство в танце. Ну, а уже как человек там что-нибудь, пиджак или свитер, ну, это уже особенности страны, да. Ну, а я хочу добавить, что особенности страны, конечно, да, но танго в этом смысле более чопорный, я бы сказала, вид танца, более консервативный, в танго все. Ну, вообще, в каждом танце есть своя стилистика. В сальсе любят что-то такое, вот такое вот, да, хотя в последнее время модно даже шорты, в буги-вуги, там, юпочки, еще что-нибудь. Но в танго существует много таких правил для проведения милонг. Милонга – это называется вечеринка, на которой играет только музыка танго. Там есть определенное правило в музыке, определенные правила движения по паркету, навигация по паркету, определенные есть, конечно, негласные такие правила по дресс-коду внешнему. Ну, как бы можно приходить и в джинсах, и все, и это все делается, но если человек относится с уважением к тому виду танца, который он танцует, и к тем людям, куда он приходит, то партнер
партнеры стараются быть все-таки в брюках, все-таки, пусть не в пиджаках, там, не в смокингах, но в каких-то рубашечках приличных, а партнерши, у них определенный вид, ну, как бы тоже брюки и шорты, это как бы не совсем корректно. Все-таки не то, да. И юбки какие-то, могут быть оголенные спины, животы, там, декольте, но женственная, коктейльная, и это, естественно, конечно же, создает настроение в танце, потому что ибо для того, чтобы танцевать, собственно говоря, нет причины. Есть женщина, есть мужчина. Вот и вся причина для того, чтобы танцевать. У нас зараз є дві жінки та два чоловіки, які мають вийти сюди і спробувати. Ну, це вже сталося нашою сьогоднішньою традицією. Ти готовий вчитися танго? Ну, вже після кальці мені нічого не страшно. Так що давайте. Напрасно, напрасно. Так, страшно може бути. Ви мене лякаєте? Добре, давайте. Я вже нічого не боюсь. Я вже нічого не боюсь. Так. Давайте спробуємо. Це потім ми трошечки музику поставимо. Значит, для того, чтобы танцевать танго, нужно как-то перемещаться по паркету. Угу. Обычный шаг, простой. Мужчина перемещается по паркету, забирает с собой девушку. Да. Угу. Вот. Но мужчины... Забирай меня. Забираю. Да. Но у мужчины четыре ноги. Угу. Он должен думать и о своих ногах, и о ногах партнерши. Поэтому для начала, чтобы начать двигаться, я вот переступаю с ноги на ногу и вместе забираю с собой партнершу. В какой-то момент я останавливаюсь. Ага. Вот у меня есть свободная нога и есть свободная нога партнерши. И я начинаю двигаться вперед. То есть у меня начинает двигаться вперед корпус. Не нога, а корпус. Партнерша чувствует, что ее партнер смещает, делает шаг назад. Партнер делает вперед шаг. Еще шаг вперед. А теперь я начинаю двигаться назад и забираю свою партнершу. Шаг назад, шаг назад. И вот во время шага партнерша не меняет свою ногу. Ага. Она если сделала шаг правой ногой, то левая нога должна остаться свободной, иначе партнер запутается и начнет наступать. Будет путанина, так. Да. А теперь попробуем вот соединить наши шаги остановочки и смену направлений. Сейчас вот шагаем вперед. Шаг вперед. И вот появилась у нас свободная нога. Сейчас этой свободной ногой делаем шаг в сторону. А теперь партнер начинает шагать назад. Шаг назад. И шаг назад. То есть я сделал шаг, и свободная нога у меня остается свободной. Теперь снова шаг в сторону. Вот сейчас попробуем пошагать. Мы сделали что-то такое, схоже на квадрат. В сторону. Два шага назад. Ага. Это одна из простых фигур, называется бальдоса, ну, в переводе с испанского тротуарная плитка. Вот попробуем еще раз. Вперед, вперед, в сторону, назад, назад, в сторону. И снова вперед, вперед, в сторону. А теперь в танце есть не только шаги, есть и повороты. То есть я как партнер могу партнершу поворачивать. Вот в танго партнерша стоит на одной ноге, и вот на этой ноге партнерша поворачивается. Ага. Да? Вот я корпусом поворачиваю. Да? И вот теперь мы партнерша повернем. Давайте сейчас сделаем еще раз вот эту вот фигуру. Ага. Не, давайте вместе, наверное, так, чтобы было. Ага, чтобы мы одинаково стояли. И начинаем вперед с правой ноги. И вперед, вперед, в сторону. А теперь я стою на месте, партнершу поворачиваю и веду ее на шаг. Шаг, шаг. Але сам... И теперь я в сторону. Сам стоишь. Ага. Назад, назад, в сторону. И снова партнершу поворачиваем и ведем на шаг. Ага. Это фигура Эта фигура называется Очо 8. Да? Угу. То есть вот уже можно попробовать. Можно попробовать. Давай, давайте сложим. И... Шаг, шаг, в сторону. А, сюда, сюда. Очо, очо, в сторону. Назад, назад, в сторону. Очо, очо. Клас. Добре. Ну, мабуть, все ж таки варто подивитися, як це має бути не у нашому виконанні, а у виконанні професіоналів. Професіонал. Давайте подивимося, дуже цікаво. Thank you.
Браво! Клас. Браво! Просто заворожені ми на це все дивилися. Так, ну, просто я думаю, що ми... Не знаю, як ти, Романе, але я сьогодні закохалася одразу у три танці. Я не те, що закохався. Я вже готова зануритися у всі три. Я вже обираю, на який вид танці я піду. На всі три? На всі три. Добре. Ще ж, ми вам щиро дякуємо. Нагадуємо, що у нас у гостях були керівники школи танцю Олія Шкаптак, Олена Лісніча та Юрій Шкроптак. Сьогодні у нас день танцю, ми танцюємо весь ефір і ще трошечки потанцюємо у нашій постійній рубриці. Ми не прощаємося з вами, залишаємося разом із телеканалом ОТБ і програмою «Харків онлайн ранок».